Всем привет! Перед началом данного ролика хотя бы, пожалуйста, подпишитесь на толку YouTube. Пацан реально снимает годный контент, играет на уровне хардскилл. И всем удачного просмотра! Соник хочет в гильдию. Давайте, братья, сестры, вы решите, достоин ли он гильдии. Я его открываю новый видос. Сонику мало лет, но он играет очень даже неплохо. Highlight in the world can support best players. Он тут пишет: «Смава, прими меня, пожалуйста, в гильдию. Обещаю, я научусь хорошо играть». Поехали, ладно, посмотрим, научится он хорошо играть или уже умеет хорошо играть. Гоу, 100 лайков. Хорош, 100 лайков уже есть, правда. Да, не, не, лайк рано. Хорош, ему там бушку там. Мне самому стыдно стало в моменте, понял, да? Тихо, тихо, Соник. Соник, сколько тебе лет, братишка, напиши в чате? Поехали, короче, смотрим. Хорош, Нику. Кто это микро? Тыщ. Хай-хай. Ты это видишь? Да это пока. Ем. Подожди, музыку не слышно. Братан, на интро музыку громче сделай, вообще не слышно музыку на интро. Типа, как будто картинка просто идет, братан. Да, я ж, короче, музыку громче на интро сделай, братан, типа, на ту, видео идет и музыки нету. Знаете, пацаны, вот такой кайф, да, ты такой смотришь видос, нормально все идет, ты такой, вау, как тащит-то, туда-сюда. Я не знаю, что это означает, учиха, брат, в этом пропущу. Вот ты такой смотришь, да, тихо, такой, и начинается вот это, понимаешь, да? Не, он в 4 пальца играет, он против читера играл, мы это тоже посмотрим, ребят. Сейчас посмотрим. Он с телефона? Да, он с телефона играет, в 4 пальца играет. Автоприцел в ноги, понимаю. Подожди. Ну камон, играем, я ютубер 10231981147 по-братски. Там больше 100 хп. Подожди, это что такое? Я не понял. Фантастик, брат. Это что? Ты видишь, да, что он сделал? Смотри. Что такое там? Смотри. Видишь, автоприцел наверх улетает, потом быстро опускается, и он падает, он в него даже не попадает, смотри. Смотри, заметь на съемке, он даже в него не попадает, чекай. Охренеть. Отвечаю, он в другую сторону, смотри, он не в него, не в него стреляет. Отвечаю, пацаны, смотрите, он не в него стреляет, смотрите. Вот этого он минусует, смотри, этого минусует, да? Перезарядка, смотри, прицел наверх, потом... А! И прицел сразу наводится на него. Эй, как мы спалили пацана, вы поняли, да, пацаны? Тупо спалили пацана. Ай-яй-яй. Я понимаю, все, это читер. Так, ладно, дальше посмотрим. Да, Микки возьму. Смотри, что делать. Хорош. Чекну, брат, чекну от души за донат. Донатерами надо мне еще сыграть. Сегодня на 1000 алмазов открывал только лиловый ужас, а навсегда выпал лишь им. Хочу алмазы. Братья, сестры, кто хочет, чтобы я на вашем аккаунте открывал за ваши алмазы на стриме, типа пишите. Много кто донатит и открывает, у них ничего не выпадает. А я могу на стриме открыть, если такая будет. Минус читери, да? Не, он годно играет, пацаны, мне очень даже нравится, я реально говорю. Сколько тебе лет, Соник-то? Сколько? Напиши в чат.
Да нет, это он читер, один пишет. Да. 14 ему, короче. Неплохо играет. Вы же читеры все помните, ребят, братва? Типа он хорошо играет. О, музыка моя любимая. Ла-ла-ла-ла. Извините. Не, он хорошо играет тут. Просто взгляните, как он играет, реально. Мне вот тут очень понравилось. Смотрите, он 4 пальца играет, охренеете? Не, не, 4, 3 пальца играет, короче, оказывается. Окей. Неплохо играет, реально неплохо играет. У тебя турик, серьезно? Давай досмотрим. Да ну. Не, ну это рандомка, типа. Или я... Не, хз. Оттяжки с автоприцела, типа, на этом я вообще не умею делать. Хару. Не, Рилли очень неплохо катает. Прям реально стилистика, как будто у этого магии, этого трэша. Ему! Это чё? Это... А я не понял. Чекните, чекните, слышите? Кто со мной в Дискорде сидит? Мы видим. Ему он еще и оживлять людей умеет, ребят, смотрите. Он, да, хоп-хоп, и в себя пришел. Так, вору.